Так, следующий у нас конструктор вот такой. От вот этого производителя. Почти 800 деталек. Такой коробке приехал. Качество, в принципе, тоже хорошее. Вот инструкция. Я там начал собирать уже. Вот в такой коробочке с номерами. Она двойная. И сами детальки. Все пронумерованы. В общем, собрал. Получился вот такой вот мотоцикл. Куча навесного оборудования. Очень много навесного. Собирается, в принципе, он основа быстро, но потом вот это все надо навешивать, все крылья, всякие вот эти мелкие детальки. Очень много. Вот это мне очень понравился. С учетом всяких этих сейчас санкций, он, конечно, подорожал. Последнюю цену, которую я видел, был 1990, но сейчас трешник он стоит. Ну, за 2000, когда раньше продавался, это вообще огонь был. Полностью амортизаторы все есть, спереди, сзади. Вообще отлично, короче. Подставка есть, на которой можно его поставить. Единственное, я не понял, нафига вот эта вот лопаточка нужна. Кто знает, можете написать в комментах. Такая вот штука. Весьма прикольный мотоцикл. Очень прикольный. Всем советую. Цепи, все дела, все внутренности. Но очень геморройно все это нацеплять. Чисто поставить на полочку. Не игровой, как бы сказать. Все, конечно, крутится, но может отвалиться, где не надо.